Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Годовая инфляция в Кировской области за месяц снизилась. Сокращение составило 0,25 процентного пункта. Показатель в апреле 5,47. Это ниже, чем в целом в Приволжском федеральном округе и по России. Как отмечают в Кировском отделении ЦБ, замедление инфляции преимущественно связано с эффектом высокой базы прошлого года. Годовая инфляция в Приволжском округе в апреле тоже замедлилась впервые после 10 месяцев ускорения. Замедление инфляции в целом по стране объясняют снижением роста цен на продукты. При этом годовые темпы роста цен на услуги и непродовольственные товары продолжали расти. По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит около 5%. Программа «Экономика». В Кировской области становится меньше предпринимателей. В 2020 году число бизнесменов, которые прекратили деятельность, превысило почти в полтора раза число тех, кто решил заняться предпринимательской деятельностью. По данным Кировстата, на 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. За год их количество сократилось на 3,5 тысячи. Средний возраст кировского предпринимателя 42 года, самому молодому 15 лет, самому возрастному 84. Напомню, что завтра ЗАГС Собранию представит свой отчет о работе за год уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Среди проблем, на которые ему жалуется бизнес, угрозы уголовным преследованием со стороны налоговой. Экономика на 101 FM. 63% школьников не могут самостоятельно выбрать будущую профессию. Центр управления регионом провел социсследование об интересах молодежи. Это был опрос во ВКонтакте. Участвовало почти 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Он показал, что 93% школьников собираются продолжить образование после завершения учебы в школе. 63%, правда, не могут без посторонней помощи выбрать будущую профессию. Среди респондентов старше 18 лет 31% хотел бы знать больше о психологии отношений. Меньшее количество молодежи интересуется способами улучшения жилищных условий – 28%. Добавлю, что почти все опрошенные хотели бы заниматься общественно полезной работой – 94%. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 40 копеек, евро 89,95. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.